Мы уже онлайн? Да. А мы слышны? Да, конечно. То есть то, что я сейчас тебя спрашиваю, да, это да. Уже слышно, да? Да, и тебя слышит не только Игорь Николаевич, но даже Владимир Владимирович. Дамы и господа, добрый вечер. Рад приветствовать вас в студии Faces TV. Сегодняшний наш гость Штефан Длигар, председатель партии «Перемен». Добрый вечер. Добрый вечер. Штефан, не могу я обойти тему войны, и хотел бы услышать четкую позицию тебя, твоей партии по поводу того, что происходит сегодня в Украине, отношение России к этому государству и насколько радужные перспективы всего этого. Российская Федерация, к моему большому сожалению, развязала полномасштабную войну. Все-таки войну. Полномасштабную войну и совершает не просто войну, а совершает также каждый день, фактически из моих наблюдений, из тех доказательств, которые собираются сейчас рабочей группой Международного суда, Уголовного суда, Гаагского суда, совершает военные преступления, использует запрещенные боеприпасы, обстреливает жилые кварталы, что является запрещенным ООНскими Конвенциями Объединенных Наций. Вот. В результате этой необъявленной войны, а война не была объявлена Российской Федерацией, так как они пытаются избежать ответственности в соответствии с законодательством Объединенных Наций и конвенций, скорее говоря, правильнее говоря, Конвенции Объединенных Наций, а также международного уголовного права. Эту войну, необъявленную войну, назвали военной операцией именно с этим расчетом. Рассчитывали, конечно же, на быструю Блицкриг, победу, да? На Блицкриг. Вот, полный провал разведки, полный провал политической элиты, класса как такового Российской Федерации, который полностью потерял контакт с реальностью. В первую очередь, конечно, говорим о Владимире Путине. Что привело к невероятной трагедии, которую мы еще не осознали. Она развертывается на наших глазах. Зачастую просто не хватает слов, эмоций описать то, что ты видишь. Я слежу за российскими каналами, за украинскими новостными каналами, политиками, за международной прессой. И я хочу вам сказать, что такой денатурации фактов и лжи, манипуляции, пропаганды, которую я наблюдаю на официальных государственных каналах Российской Федерации или подконтрольных государств, правительству и посредством подставных лиц, Газпрома и так далее. Ну, наверное, история не знала со времен Второй мировой войны. И это все очень грустно. С точки зрения международного права, безусловно, Россия нарушает международное законодательство и нарушает его очень нагло. Возможно, надеясь на отсутствие последствий и принимая перспективу полной изоляции. Немножко непонятно, почему Российская Федерация продолжает, точнее Владимир Путин продолжает настаивать на проведении этой операции. Она абсолютно очевидно провалилась. Потери огромные, потери скрывают. Они проговорились. Комсомолке, да? Да, в комсомолке насчет потерь. Признали. Говорят, что это был взлом со стороны каких-то хакеров, и все это неправда, поэтому быстренько удалили. Но и даже там разница между украинскими и их потерями. Ну, есть, согласно одному из источников, данные американской разведки, неофициальные, которые они тоже не публикуют, потому что все-таки потери это в современной войне, для того, чтобы установить точные потери, нужен мир. Да, потому что те боеприпасы, которые применяются, это ракетные установки залпового огня, это джавелины, это баллистические сторон, да? Ракеты, это, естественно, да. Ну, у Украины нет баллистических ракет, у них только точка У.
Вот. Но Россия применяет, Искандеры применяют баллистические ракеты огромной мощности, которые приводят просто к испарению людей. Да. То же самое происходит при горении танков и бронированной, легкобронированной техники. Там боекомплект, который взрывается, и температура очень высокая, поэтому от людей почти ничего не остается. И для того, чтобы установить точно, сколько людей было в этой технике, сколько людей погибло и так далее, конечно же, нужно проводить экспертизу, нужно проводить расследование и так далее. Но учитывая, что в Украине были обстреляны не то, что представители прокуратуры, военной прокуратуры или просто прокуратуры, которые обязаны установить факт, факт убийства и те обстоятельства, при которых все это произошло, это осуществляется даже в военное время, по крайней мере, должно было бы осуществляться. Но учитывая то, что в Украине почти 60 официально задокументировано почти 60 случаев обстрела скорой помощи и гибель, по крайней мере, 8 работников скорой помощи при выполнении своих непосредственно должностных обязательств, которые пытались просто спасти чужие жизни. Россияне говорят, что это украинцы сами обстреливали. Ну, вот получается, что украинцы сами себе уничтожили Мариуполь, сами себе уничтожают Киев, сами себя бомбят Искандерами, которых... Да, милитаристы, что сделали? Сами переместили миллионы своих детей, более половины детей Украины уже и сменили свое место жительства, а около 1,5 миллиона выехали, да, выехали просто за пределы границы. То есть получается, что украинцы сами себя уничтожают. Да? Это абсолютный абсурд и бред. И в этом ужас пропаганды. Что, ужас пропаганды в том, особенно российская пропаганда, в том, что они могут позволить себе заявить со своих каналов с очень непосредственными такими рожами любой абсурд. Они будут этот абсурд серьезно 2 часа обсуждать. Да? И самое страшное, что есть миллионы людей в Российской Федерации, которые в этот бред верят. Которые десятки верят, миллионов. Десятков, даже, да, вы правы. Даже, на самом деле, половина. Вот мы сегодня опубликовали населения. Небольшой видеоролик, там россияне говорят, что все правильно делает Владимир Владимирович, правильно, надо уничтожить этих фашистов, этих нацистов, хохлы и так далее, и так далее. Я, честно говоря, в шоке был. Притом там люди и среднего возраста, и более старшего, и даже молодежь. Что для меня вообще очень странно. То есть пропаганда работала все эти годы, все эти последние 8 лет, 10 лет. Очень целенаправленно и достигла своих целей. Вы знаете, у нас, к сожалению, на постсоветском пространстве в школах преподавали фашизм с точки зрения немецкого фашизма или, или немецкого нацизма. Или их allies, это будут у нас, будет у нас по-русски, их... не партнеров, а участников коалиции, да. Гитлерской коалиции. На самом деле у фашизма и у нацизма есть определенные критерии. И когда один народ начинает ненавидеть другой народ только потому, что этот народ смотрит по-другому на жизнь и хочет дружить с другими странами, или имеет другую точку зрения на определенные события своей истории и дает другие оценки, ну вот это уже первый признак фашизма. Когда один народ считает другой за недонарод. Притом не только украинцы. И отрицает исторические факты и сотни лет истории, так как это мы слышим там каждый день. Там не сотни, там тысячи. Ну на самом деле тысячи, да. Но смотря как, какие, на какие, да, преданные какие периоды ссылаются. Да. Да. Вот. Но это признаки фашизма. Потому что ненависть к другому народу только потому, что... Или неприятие другого народа только потому, что ты считаешь себя лучше и имеешь право диктовать ему его судьбу. И это происходит в 21 веке. А после того, как было принято всеми государствами на мировом уровне... был принят принцип территориальной целостности после и, да, и передела
фактическое установление границ после Второй мировой войны и так далее. Ну, это просто ужас, то, что творится. На самом деле, это бумерангом ударит по самой России в краткосрочной и среднесрочной перспективе, так как сама Россия... Я бы на месте России никогда не поднимал вопрос территориальной целостности, никогда не поднимал вопрос исторической правды, не поднимал вопрос освобождения или перекроя государственных границ. Потому что к России... Там посыпется все. У государств, которые намного сильнее экономически. Сегодня ВВП России это 1,1% до 1,5% максимум от мировой экономики. Россия является экономическим карликом, очень маленькой экономикой, несмотря на все ресурсы. Ее экономика меньше Техаса, одного штата, Соединенных Штатов, не говоря уже о других экономиках мира. А у России есть такой могучий сосед, как Китай. У нее есть такой могучий сосед, как Япония. И эти страны, я думаю, сейчас очень внимательно смотрят на все происходящее. И у них, они сделали один простой вывод. Этот вывод сделали все, у кого есть глаза, есть голова на плечах. У Российской Федерации нет сильной армии. Развеялся миф. Миф о второй самой сильной армии. О могучей, да, сильной второй армии в мире. Хэштег аналогов нет. Все это полностью развеяно. Можем повторить. Все это полностью развеяно. И это развеяно героической украинской армией, которая сделала невероятное за этот месяц. Ну, наверное, не за месяц, а все-таки за 8 лет. После захвата Крыма они выучили этот урок неплохо и подготовились, зная. Да. Я вот смотрел предсказания Арестовича, так говорят. Как ни странно, он вот то, что он говорил, сбывалось. Да. Штефан, Владимир Владимирович Путин говорил, что в отличие от Украины, в Российской Федерации фашистов нету. Они есть где-то в обществе, где-то в городах, в селах и так далее. Но в руководстве, в правительстве, в парламенте, в Государственной Думе их нету. Ну, я возьму один небольшой пример. Это Владимир Вольфович Жириновский. Его постоянные, ну, такие откровенно фашистские заявления о том, что мы должны все, мы всех, мы похороним, мы будем бомбить, штатов не будет, выбрасывайте доллары, выбрасывайте евро, везде будет только рубль, везде будет русский мир. Это не фашизм? Это есть открытая форма фашизма. Но она не объявленная. То есть они навешивают эти ярлыки на другие народы, но к себе они их, конечно же, не применяют. И используют государственную пропаганду. В России, к сожалению, после ликвидации фактически дождя там и очень, ну, фактически независимых журналистов или не осталось, или они под... Сейчас полностью вообще там. Да, фактически полностью. Только там контролируемое государством. Да, фактически там какие-то уникальные. Кумы. Эхо Москвы нет, дождя Москвы нет, нету. Дождя нету. Шендрович уехал. Шендрович уехал, на Невзорова хотят завести уголовное дело. Он сказал, дело. Что он собирается вернуться, чтобы показать. Я не знаю, зачем это нужно вообще, в принципе. Невзоров, конечно, уникальный человек. Человек, который прошел путь от участия, на самом деле, в Приднестровском конфликте и других войнах и конфликтах, которые... материализовали за эти последние три десятилетия концепцию разделяя власть Российской Федерации. Они создавали энклавы на постсоветском пространстве, островки такие, отчуждения, которые, на которые опирались и посредством которых пытались остановить развитие тех или иных государств, а также влиять на внутреннюю политику тех государств, на территории которых они создали эти энклавы и создали эти конфликты. Один из людей, который разжигал межнациональную ненависть, Юрий Рожко, сегодня является открытым дугинистом и путинистом. Он сказал, молитесь, чтобы Россия победила, да, я не понял. Пророссийским политиком, это был наш главный унионист, да. Который ратовал яро, очень яро ратовал за объединение с Румынией. Ну, теперь... Европа, да. Запад, это... Североатлантический один... альянс, куда, да, все это улетучилось? Это маленький эпизод того, как агентура бывшего КГБ, нынешнего ФСБ, в некоторых случаях ГРУ, Государственное разведывательное управление Российской Федерации,
осуществлял свою диверсионную деятельность. Они использовали националистические движения ввиду получения контроля над внутриполитическими процессами. Штефан, как объяснить, что страна, в которой есть вся таблица Менделеева, страна, в которой находятся неисчерпаемые запасы углеводородов, газ, нефть, алмазы, золото, никель, все что угодно, да? Если мы возьмем и поставим рядом тот же Дубай, где 20 лет назад был песок, была пустыня, да? А тут полноценная страна с прекрасным производством, промышленностью, ну, плохой, худо-бедно, да, хороший, оставленный Советским Союзом, превратилась в какого-то изгоя. Армия проела коррупция насквозь. Я не говорю уже о том ролике, когда переговаривается один из офицеров российской армии с своими родственниками и говорит, что спрашивает она его, к вам приезжали проверки? Говорит, да, приезжали проверки, но их водили в сауны, давали им деньги, просили рапортовать в Москву, что все хорошо, что в генеральном штабе не знают реальное положение вещей. Как такое могло произойти вообще? Страна с таким потенциалом очень, экономическим, да? Очень объемный такой вопрос. Ну, вкратце, если можно. Моя точка зрения следующая. У Владимира Путина было два пути. У него был путь демократического развития государства, построения сильной внутренней экономики, усиления Российской Федерации с экономической точки зрения, а не с военной точки зрения. И приятие сменяемости власти, при условии приятия сменяемости власти. То есть два срока и уйти. И неважно даже, возможно, как уйти. Уйти с определенными гарантиями, уйти, но обеспечить свежую кровь, свежие мозги в управлении страной. Но, к сожалению, Владимир Путин пошел по пути сегодняшнему, тому, которому видим. Это фактически создание олигархата, контроль всей экономики, всех ресурсов посредством ограниченного количества лиц. Из своего круга, да? Да, из своего ближайшего круга. Уничтожение инакомыслия, уничтожение свободы слова. Для галочки, скорее для Совета Европы, он терпел «Эхо Москвы», терпел «Дождь», терпел до определенного времени «Коммерсант». «Коммерсант», да, терпел. Помню, потом они взяли просто... Я уже не говорю про НТВ. Не говоря про НТВ, да. И уже если идти в студию... Это в самом начале было задушено, да. То есть они в самом начале задушили большие масс-медиа, а потом постепенно придушивали легендарные, скажем так, платформы, которые продвигали независимое мышление, критическое мышление, фактологию, занимались настоящей журналистикой, вот, а не пропагандой. То есть представляли все точки зрения и так далее, пытались воспитывать критическое мышление и так далее. Сейчас, на сегодняшний момент, фактически все задушили. Это у сегодняшнего российского эстеблишмента есть все признаки, все характеристики авторитарного, тоталитарного режима. А посмотрите, с кем они дружат. Северная Корея. Ну, а с кем? Какие-то диктаторские государства. Кто с ними будет дружить, если они не соблюдают международное уголовное право, элементарно, да? Они не соблюдают конвенции по неприменению определенных типов оружия. Они нарушают военное право. Вот. И они напали на суверенное независимое государство. Давайте начнем с Будапештского меморандума. Они напали в 2014 году. Да. И что многие у нас как-то, знаете, так сминают, пытаются оговориться. Там был какой-то референдум, зеленые человечки. Нет, это были специальные подразделения Российской Федерации, направленные туда по приказу Владимира Путина. И они осуществили акт агрессии. Есть такая резолюция 3314 от, если не ошибаюсь, 1974 года Объединенных Наций, в которых очень четко определяется термин агрессии. Что такое агрессия одного государства против другого государства и кто является агрессором? Я внимательно изучал эти моменты в то время, когда работал в Министерстве реинтеграции, непосредственно это была моя компетенция.
Нужно было дать определенную квалификацию тому, что происходит в Приднестровье. Фактически там находится иностранная армия, армия другого государства без нашего согласия. И вот согласно резолюции, данной резолюции 3314 о агрессии, она так и называется, нахождение армии другого государства на территории суверенного независимого государства, признанного, международно признанного, без согласия государственных органов, в первую очередь парламента и правительства того государства, на котором, на территории которого находится чужая армия, является агрессией, и это не обсуждается. Штефан, а что мешало все эти годы перекрыть таможни, заставить, выдавить оттуда, экономически душить, раз политически не получается? Они говорили, что они не могут вывести армию, потому что она охраняет, во-первых, мир в Приднестровье, во-вторых, охраняет эти военные склады в Колбасе. Уже тогда, это какой был, 2017 год, если я не ошибаюсь, 2016, когда Анатоль Шалару договорился с Порошенко о предоставлении зеленого коридора, господин Рогозин быстренько сказал, что а вы почему Приднестровье не спросили, и нас не спросили. Нет, как это, в почему? Определенный момент Российская Федерация сказала, все, коридор есть, все есть, можно вести, но приднестровцы сказали, что нет, нельзя, потому что мы не разрешаем. Что мешало Республике Молдова применить экономические рычаги, перекрыть поставки топлива и так далее, и так далее? В чем проблема была? Мы не в той ситуации, чтобы что-то перекрывать. Как? Таможню мы же контролируем? Мы контролируем таможню, мы контролируем, мы не контролируем 440 километров государственных границ. Как это мы их не контролируем? Мы молча их не контролируем. Ну хорошо, у нас есть Украина. Со стороны на данном отрезке границы есть таможенный и пограничный контроль только со стороны украинских государственных органов. В 2005 году, работая в Министерстве интеграции, я имел счастливую возможность работать над первым мандатом миссии по мониторингу за границей, административной, а также государственной границы. Это миссия, которую впоследствии назвали European Union Border Assistance Mission. Это европейская миссия по мониторингу границ. Вот. Я когда-то работал над первым мандатом этой миссии, мы видели его намного шире. Но, к сожалению, есть то, что есть. Это фактически единственный инструмент, который нам позволяет следить и понимать, что на самом деле происходит на административной внутренней границе и на участке украинской границы. Что вы следили, что поняли? Во-первых, появилась какая-то информация о товаропотоке, что с той стороны... La contrabande. Да, что с той стороны въезжает, хотя бы официально. И что в Евросоюз через Молдову выезжает. Да. Вот. И это уже не молдавские пограничники и молдавские таможенники, это миссия наблюдения Евросоюза, то есть это европейские офицеры, да, которые следят за этим. То есть это единственный инструмент, который Молдова смогла создать ввиду усиления своей переговорной позиции и, по крайней мере, учета того, что въезжает, выезжает, хоть какого-то. Это не аннулирует, это не значит, что эта миссия все знает и что она видит каждый грузовик с контрабандой, который въезжает, выезжает. Это было несложно, да, господи, да, боже. То есть, было бы желание. Все-таки мы говорим о примерно 900 километрах границы, если по кругу. Да. Да? То есть это не так просто, как кажется. Ну и не так сложно. А мы не устанавливали, мы не установили на административной границе внутренней между непризнанным Приднестровьем и территорией, которую контролируют наши государственные органы. Мы не установили физической границы. Ну, наверное, потому что это нашим коррумпированным элитам и не нужно. Ну, и все это не устанавливалось и не бралось под строгий контроль, под претекстом, предлогом того, что это наша земля, наша граница. Как устанавливать внутри пограничные таможенные посты. Да, не комильфо. Ну, на самом деле, вот это... Это ошибка, которая привела к коррумпированию государственных институтов Республики Молдова и превращение Республики Молдова вместе с непризнанным Приднестровьем в большую международную операцию по монетизации российского газа. 2 миллиарда кубов российского газа сжигаются в Приднестровье. Малая часть толика сжигается людьми на отопление, уйдет и так далее, на другие нужды.
А ну, примерно две трети сжигают предприятия. Это Кучурганская, конечно, станция, которая производит электричество, сжигает огромные объемы газа. И майнит это, криптовалюту. Там майнят уже на энергии, которые, электроэнергии, которую получили после сжигания газа. И это электроэнергия очень дешевая. Майнят криптовалюту. Это ММЗ, который топит, шляет работу своего производства за счет сжигания газа. Они потребляют огромное количество газа. Это производство, конечно же, цемента. И вот это на самом деле, так как за этот газ никто не платит 3 десятилетия, Тирасполь Трансгаз не перевел ни копейки за 2 десятилетия. Красносельский сказал, что они не против оплатить. Вы слышали это? Не важно, что говорит Красносельский, поверьте мне. На самом деле идет монетизация этого газа. Этот газ поставляется, конечно же, с ведомой, с разрешения Владимира Путина в Приднестровье. Его сжигают, производят металл, электроэнергию, майнят криптовалюту и так далее. И все это продают. И продают кому? Продают нам, в Республику Молдову, так как фирма БПМ является эксклюзивным, с которой связан некий Бабиев, знаменитый Владимир Андронаки. У них эксклюзивное право продавать арматуру и также металлопрокат, другой металлопрокат, весь металлопрокат Рыбинского завода на территории Республики Молдова. Это огромные деньги, это сотни миллионов долларов. Вот. Не говоря уже о том, что большая часть нашего металлолома идет на ММЗ. И был недавно огромный скандал. Вот я это не понял, Стефан, что это было? Опять же говорю, мы на самом деле за 3 десятилетия мы стали энклавом, который монетизирует данный газ. Наши коррумпированные политические элиты совместно дерибанят эти прибыли. Естественно, что целый ряд российских чиновников получает свою долю не без этого, ввиду монетизации. В этом вся суть, потому что эти предприятия, по сути, контролируются Российской Федерацией. Есть решение Стражевского суда 2004 года по делу Илашку, в котором Приднестровье признается как территория, контролируемая полностью Российской Федерацией. И всю ответственность за то, что там происходит, несет Российская Федерация. Сегодня мы уже имеем постановление Евросоюза о том, что эта территория оккупирована Российской Федерацией. Это уже, это насколько я помню, решение Совета Европы. Совета Европы, да. Из которого Россию выгнали, да, приостановили ее право принимать решения и поставили ее статус члена. Зря Андрей Андреевич голосовал. Ну, Андрей Андреевич очень по-своему, конечно, голосовал, да. Зря. Да. Но столько шишек получилось. Ну и сейчас наш представитель, там все три представителя, в том числе от ПАСТа, что у них там сломалось, они не смогли проголосовать или воздержались, там что-то. Ну не везет нашим представителям. Технику плохую закупили. Да. Штефан, а что это было, вот заявление госпожи Гаврилицы о том, что я думал об интересах Родины, что нужно восстановить работу Рыбницкого, Молдавского металлургического комбината, что-то там господин Слусарь начал им в пику, они вчера заявление высокопоставленного чиновника о том, что господин Слусарь ничего в этом не разбирается, что там цветные металлы, потом уже приостановлено. Что это за, что ПАС хотел в доле быть или что, я не понимаю? Вы знаете, очень бы не хотелось в это верить. Но факты говорят. Факты говорят, что, знаете как, это или некомпетентность, или коррупция с низов, которая пытается заставить верха действовать в той или иной мере. Или это первое и второе, и плюс страх перед Российской Федерацией. Кураторы данного региона Приднестровского, будучи теми людьми, которые зарабатывают серьезные деньги на монетизации этого газа. Не-не, мы говорим про металлургический. А это то же самое. Это одно и то же, да? То, чтобы сжечь газ, нужен металл. Не будешь просто его сжечь, его надо плавить. Как монетизируется газ? Производится металлопрокат. Получается, металлопрокат продается по рыночным ценам. Не по бросовым дампингам, а по рыночным ценам, в том числе в Европейском Союзе. Что получается? Дармовой газ, дешевый металлолом. По аховым ценам. А все это сейчас стоит? Сколько стоит торно-арматура, знаете? Нет. Нет, 37 тысяч лей. Неплохо. А была 11 тысяч лей. Как хорошо. 11-13. И сейчас, кстати, все застройщики крупные рассматривают сценарий остановки отрасли. Просто ее остановки, потому что идет огромное спекулятивное завышение цен.
даже песок, который добывается, извините, у нас в наших карьерах, производители этого песка, ну, производители, копатели этого песка. Добытчики. Добытчики. Да. Они обычные купатели. Они отказываются поставлять большие объемы. Любой экономический агент пытается закупить некий объем, который ему гарантирует за эту цену 2 месяца работы, например. Угу. Потому что бетон производится тоже. Понятно, смешивается, да. Песок с цементом и с водой. Да. С арматурой. И с камнем, да. Вот. И даже наши карьеры спекулируют и отказываются продавать большие объемы и поднимают, взвинчивают цены от месяца к месяцу, от недели к неделе, аргументируя тем, что все дорожает. А как дорожает этот песок, который находится в земле, непонятно. Миллиарды лет. Да, я понимаю, там солярка подорожала, да. У тебя солярка, экскаватор на солярке, да, там, допустим, под сколько, то есть какой расчет этой солярки на эту тонну песка, там, да, мы говорим, да. Каких-то... Это там ерунда. Ерунда, да. Но происходит... Ну, не в три раза. Происходит же спекуляция, серьезнейшая спекуляция, и наше государство, к сожалению, продолжает... На это все как-то безразлично смотреть наши органы, несмотря на то, что мы сегодня находимся в 60-дневный период чрезвычайной ситуации, за которую проголосовало правительство. И по закону 2004 года о военном положении, чрезвычайных ситуациях и так далее, на самом деле сейчас комиссия по чрезвычайной ситуации может абсолютно все. Они могут в том числе регулировать рыночные цены, если им надо. Сейчас оппозиция в вашем лице скажет, что вот, смотрите, они занимаются самодурством. Нет, если они будут не заниматься самодурством в своих интересах, а они будут пресекать во время войны, извините, на территории нашего соседа. Экономическое мародерство. Экономическое мародерство. Никто за этим не следит. Никто не следит за ценами на продукты, которые взвинчивают. Никто не следит. Я опубликовал сегодня на нашей страничке в Фейсбуке цены на продукты питания, продукты первой необходимости в московском, одним из московских Ашанов. Ну, Стефан, растительное масло, я сегодня купил рафинированное растительное масло, от 35 до 48 леев в Кишиневе стоит. В Ашане украинское растительное масло, рафинированное, дезодори, украинское растительное масло, то есть импортное. Стоит от 22 до 27 леев на наши деньги. Хлеб, около килограммовый батон хлеба стоит на наши деньги 7 с чем-то леев. Молоко, пакет килограммовый. Литровый. Да, килограммовый хлеб, да, не в фирменной упаковке, упакованный так в пищевой полиэтилен, килограммовый хлеб. Значит, литр молока от 5 леев на молдавские деньги. У нас, значит, молоко стоит 14 леев. Закупают у крестьян его по 4, 5, 6 леев в зависимости от жирности. Я уже не говорю про творог, я не говорю про колбасные изделия. Страна, которая находится под санкциями, да, страна, которая ведет войну, продукты у них в полтора, в два, в три раза дешевле, чем в Кишиневе. Я спросил господина Слусаря, что происходит. Говорю, вы рассказывали, что был не урожай. Хорошо, засуха была. В прошлом году урожай был, такой. Я не видел, я ездил по северу и по югу, так получилось, что пришлось попутешествовать в прошлом году. Я не видел одного холма, одного поля, которое не было бы засеяно пшеницей, подсолнечником, либо кукурузой. Более того, очень много полей, десятки, сотни гектаров остались неубранными. Засох и замерз тут подсолнечных, умерла кукуруза там в этом. Что происходит? Почему никто не контролирует? Где у нас совет по конкуренции? Что такое? Зачем нам это правительство, которое ничего не делает? Ну как может масло стоить? Мы производим его, оно здесь растет, его в избытке, переизбытке. И оно не вернулось, даже наполовину не уменьшилось. Оно продолжает дорожать, Штефан. У нас такое? Главный производитель подсолнечного масла – это компания Translow, которая принадлежит партнеру господина Плохотнюка. По имени, по фамилии Важа. Важа Джаши. Да. Да. Вот. Это экономический агент, который доминирует рынок зерновой и рынок подсолнуха. Так. Вот. И им вплотную должны заниматься, конечно же, государственные органы, в первую очередь агентство по конкуренции.
Для того, чтобы понять, этот экономический агент, доминирующий на определенных сегментах, он злоупотребляет своим положением или не злоупотребляет своим положением. Насколько я понял, у партии действия солидарности вопросов к господину Важе Джаши нету. То есть они были, но они как-то испарились. Они были в избирательной кампании. Так случилось, да. Но вот как только прошла избирательная кампания, человек, который фактически контролирует Джурджилерский порт, ну, имеет значительную долю контроля над Джурджилерским портом, у которого в собственности находится много вагонов для перевозки, очень много вагонов для перевозки зерновых, вот, семенных культур, насколько мне известно, ну, даже побольше, чем у нашей государственной железной дороги, которая каждый месяц теряет по 40-50 вагонов, потому что они не соответствуют техническим условиям, их списывают, да, им более 30 лет, а новые пока не закупаются, потому что они денег стоят. И где мы их сейчас будем закупать, тоже не очень понятно. И что с ними делать? Да, потому что, насколько я понимаю, производство вагонов очень развито было в Российской Федерации, раз там есть сильные мощности, большие мощности производства, это уже отпадает. Естественно, мне кажется, отпадает все-таки в этом контексте. Хорошо, есть Румыния, мы не ввели санкции, мы не присоединились к санкциям и так далее. Но как страна, я имею в виду. Но, ну так далее. То есть надо закупать, это денег все стоит. И да, но их некуда использовать. Но вопрос в том, пока мы закупим эти вагоны и так далее, и реанимируем нашу железку, железнодорожные перевозки. А там разве не мини же? Ну, там, не полная мини? Там, вы знаете, как все зависит от нас. Можно, если заниматься и не красть, то можно все. Как не красть? Ну, как не ну красть? Я надеюсь, что вот появятся или уже появились те люди, которые, для которых деньги не являются сутью существования. Где эти люди? Покажите ну, мне. Я надеюсь, что они докажут свое существование. Так да. Уже восьмой месяц, я не... Ну, восьмой месяц, на самом деле, если вот мы плавно от войны переходим к оценке качества управления государством партии действия солидарности, ну, наверное, надо сначала закончить с войной. Давайте закончим. Эта война, она... Поговорим и про юстицию, тоже много вопросов. Эта война привносит очень большие изменения на региональном и в мировом мировоззрении и восприятии нашего региона. Вот. Нам нужно будет переосмыслить логистику нашей коммерции, внешнеторговых отношений. Надо будет переосмыслить вообще нашу роль в регионе и вплотную заняться экономическим развитием. Российский рынок за последние 20 лет, его доля в нашем товарообороте падала, но несмотря на то, что она падала, она все-таки есть. И сегодня логистика коммерции, осуществление торговли с Российской Федерацией, она удорожание этой логистики транспортной, увеличение удлинения транспортного коридора в 3 раза в объезд Украины привело к тому, что наша продукция, я имею в виду яблоки, имею в виду другие фрукты, даже если мы сможем довести их в Российскую Федерацию в значительных объемах, ну вот раньше транспорт был 2200, допустим, 2300 евро. На какой объем? На там 24 тонны, да. А сейчас будет 6000. И кроме этого, на это нужны авторизации для проезда через Румынию, через Венгрию, через это Польшу. Еще соответствующие накладные расходы? Соответственно, это, да, там есть определенные квоты, которые выдаются бесплатно, а потом есть платные. Да, вот сейчас у нас осталось, допустим, для Венгрии авторизации на транспортный проезд. А кто нам даст, не присоединившимся к санкциям, какие-то квоты бесплатно на проезд? Ну, они по международным договорам даются. Обязаны? Да, то есть они даются, это не, не так просто. Но, опять же, то есть удорожание фактически, нам надо будет просто переориентироваться и искать новые рынки сбыта и повышать потребление на внутреннем рынке. Да, Штефан, но в силу условий того, что Евросоюз уже не поставляет Польшу, допустим, давайте возьмем те же уже замученные молдавские яблоки, да, Польша отпадает, санкции, да, не зря все-таки нам отменили эмбарго, вот,
пару недель назад. То есть наша аграрная продукция, ну там почему-то но семена. Но европейское яблоко, оно не шло на российский рынок, потому через что были Беларусь. Санкции. Через Беларусь. Ну, через Беларусь, контрабанно, там да. как-то под разными предлогами и так далее. Наше яблоко шло, но они постоянно нас блокировали. Они могли уничтожать огромные партии десятки этого яблока тонн, и так далее. Слива, помните, да, да, и так далее. Плодожорка. Да, постоянно да, что-то под находилось. Под разными предлогами, да. Да. Но сейчас уже этого не будет. И да. то только некоторые экономические агенты могли особо возить. Приближенные. Это особо приближенные к Игорю Николаевичу там, и так далее. Неправда, он не такой. Зачем вы наговариваете? Вот. Поэтому вы понимаете, как этот рынок, он был такой капризный, такой непостоянный. Какие такой... у нас перспективы есть? Какие наши рынки? Перспективы думать головой. Маленькие государства должны быть Китай, мы не умными, можем никак... должны быть гибкими, гибкими, должны хитрыми. Быть шустрыми, должны уметь хорошо коммуницировать, да, быть убедительными, находить новые ниши. Мир огромен, и в нем есть запрос, большой запрос. Вот как наши производители, допустим, мяса, умудрились заключить контракты с Эмиратами и поставлять ну, и виноград, живой, знаю, вес, идет, да. живой вес, тысячи тонн живого веса скота в Эмираты. Да, почему нельзя фактически заняться тем же самым в других направлениях? Кто мешает нам поставить еще две фабрики по производству сока или сокового концентрата? Кто нам мешает это сделать? Никто. Это стоит несколько миллионов евро. В чем проблема? Да. У нас 150 тысяч этих несчастных яблок. Что такое 150 тысяч этих яблок? Вообще ничего. Это ничто. У нас эти два консервных завода, которые есть по производству сока, Натур Браво, еще какие-то там в прошлом архей. Году обработали что-то, архей, вид и так далее, переработали 40 тысяч тонн этого яблока. Но они берут это яблоко по стоимости его, там, не знаю, ниже транспортировки. Да? Сейчас они его вообще берут ниже стоимости, даже транспортировка этого яблока с холодильников на завод, она будет в минус фактически. Ты будешь платить деньги за то, что просто у тебя отдать его с холодильника все. Убрали. Да. Это нонсенс, это тоже надо регулировать. Где правительство? Я не знаю, где правительство, и я не понимаю, почему они так сильно медлили. Агентство по конкуренции, это должно было быть первое агентство, которым должны были заняться. Они должны были сразу же заняться им, назначить эффективного человека, менеджера, который бы занялся его оживлением. В Румынии, к примеру, раздали штрафов на сотни миллионов евро. Ничего себе. Да. За? На сотни миллионов евро за конкурент? Картельные сговоры. Картельные сговоры на рынке нефтепродуктов. Знаю, сотни миллионов евро. У нас за все время существования агентства по конкуренции у нас не было раскрыто ни одного картельного сговора на каком бы то ни было рынке, да, не только нефтепродуктов. А у нас абсолютно очевидно картельные сговоры в сфере медикаментов, в сфере нефтепродуктов, в сфере зерновых, да, да. То, земледельческих продуктов, да, и так далее. То есть, и не надо быть особо одаренным для того, чтобы это понимать. Это есть, это видно, не свободным глазом, когда у тебя разница в ценах на литр, там, пару бань. Но не два раза. При марже в 2, там, 60 с копейками и так далее. Не два раза. То есть, если вы посмотрите в Румынии, как формируют цены, какие цены, да? И там дешевле, чем у нас. То вы увидите намного большую разницу в ценообразовании. И это объясняется определенными конкретными моментами. Господин Петков выставил из Ясского супермаркета. Нам ПАС говорит, что мы ограничили их маржу. Все, они не могут зарабатывать больше, чем это. Да, вы маржу ограничили, но вы картельный сговор не уничтожили. Они договариваются между собой. И они на камеру это признали. На заседании, на слушаниях в парламенте, на заседании не признали. Что там президент просил не делать и не зарабатывать больше, чем, или ставить такую цену на период там какой-то там, допустим, уборки урожая или чего-то еще. Президент просил. Да, ну что-то там в этом роде, там представитель Лукойла, я не помню уже, кто сказал. То есть они открыто об этом говорят. То есть здесь все, оно на пальцах, понимаете, государственные органы, они символично, они как бы, ну, импотентны. Понарошку, как бы так. Вроде существует, но на самом деле не существует. Ну, так вот. И они, агентство конкуренции, но оно что-то вроде такого, как бы, они есть, они что-то делают,
У них, по всей видимости, есть определенные негласные договоренности. Со времен Плохотнюка я точно знаю о нескольких таких договоренностях. И они вроде как бы мимикрируют определенную деятельность, но на самом деле никаких имитируют, да. Но на самом деле никаких результатов нет, их никто не боится. Стефан, а может быть, нужно написать заявление в прокуратуру или куда-то? Как, ну, вот как мы написали заявление в прокуратуру по отелю «Националь», к примеру, да? Так, именно по какому? Я написал по какому вопросу? Заявление, ну, в основном по нему работал Сережа Тафилат, Сергей Тафилат. А приватизация? За председатель нашей партии «Перемен». О том, что под этот проект отдали 0,7 гектара земли бесплатно, объединив этот участок государственной собственности, который стоит многие миллионы евро, так как находится на бульваре Штефана Чалмари, в самом центре города, на одном из основных перекрестков нашего города. Вот. Бесплатненько Ваня Чабан вместе с Дагатару отдали этот кусок земли, да, более полугектара, с знаменитыми фонтанами, которые символ Кишинева были в свое время, да. Отдали, объединив этот кусок земли с участком под отелем «Националь». Это нужно было для того, чтобы хоть как-то подтянуть за уши строительные нормативы, так как теневые собственники этого объекта, который мигрировал от Вячеслава Платона к Шору и, возможно, Андронаки, непонятно кому там еще. Вот, они хотели поставить там три башни по 25 этажей общей площадью, там чуть ли не 150 тысяч квадратных метров. Я видел этот проект. Да, то есть там два мола, там коммерческая часть должна была две Молдовы. Вот два мола Молдовы на Виадуке. Вот на Партеном море. Там наружных парковок должно было быть что-то около 40 штук, чтобы вы понимали. То есть эти два мола, то есть мол размером в две Молдовы, два мола Молдова, должны были обслуживаться там полутора десяткам внешних парковок, к примеру. А все остальное должны были быть квартиры. Многие сотни квартир, я не помню, там тысяча или полторы тысячи квартир, ну, очень много квартир. Вот. Такого рода проект, он полностью заблокирует этот узел. Вот мы написали уголовную жалобу, сказали, что это абсолютный беспредел, это абсолютно очевидное нарушение. На имя нового генерального прокурора? Есть судебное решение по этому участку, которое примария не выполняет, уже не выполняет давно и так далее. И нам, смотрите, какая ситуация, 19 декабря выносится постановление об отказе в открытии уголовного дела, 16 декабря прошлого года. На основании, что так надо. Как так? Ну, молча. Ну, что вы удивляетесь, Рустам? Оказывается, так надо. Там так и написано? Прокуратура работает в наши дни на себя и на того, на кого надо. Они отказывают 16 декабря, внимание, а высылают нам постановление об отказе в уголовном преследовании, в открытии уголовного дела 14 марта. Вот в этом году? В этом. Чтобы вы не могли это обжаловать в суде? Нет, конечно, мы обжалуем. Но они 3 месяца держали это постановление, скрывали как бы его. А меня даже не выслушали. То есть господин Тафилата вызвали и заслушали, а меня даже не вызвали. Наверное, не знаю, не любят, боятся. Вот. Конечно, мы будем опротестовывать все это. Я вам вот показал такой краткий эпизод того, что вы говорите, почему не пишут, никто не пишет уголовных заявлений. Уголовные заявления пишутся, но, к сожалению, не приводят к желаемым результатам. И здесь мы подходим к реформе юстиции, к тому, что сделала или не сделала, скорее говоря, правительство за последние 8 месяцев. Я смотрел недавнее интервью министра юстиции, который выглядит очень-очень бледно. Жалко. Да, не может ответить ни на один вопрос. А что такое? В чем проблема? Ну, смотрите.
реформа юстиции одна из самых сложных, объемных, больших глав, обещанных молдавскому народу. Ее пообещали в такой популистической форме немного, а выполнять на самом деле трудно. Для того, чтобы осуществить реформу юстиции, заставить эту систему работать на закон, а не на себя, нужно, по крайней мере, два фактора. Понимание тяжести ситуации и план действий, который исходит из реальности, а не из каких-то там зарисовок и фантасмагорий. То есть нужно четко, очень четко понимать реалии. Профессионализм и компетенцию авторов реформы. Вот нужна группа людей, которая понимает, насколько плоха ситуация. Как все очень плохо. Это дурак видит каждый. Это, по-моему, не надо быть министром юстиции. Ну, к сожалению, не каждый. Так вот, для этого нужны люди в правительстве и в парламенте, которые это понимают. Понимают и знают реальность. Реалии. И знают пути выхода. Да. Так. Теперь, если этот фактор был бы, то есть второй фактор. Понимание решения той ситуации, которую знают, оценивают, так. Чувствуют. Но, к сожалению, нет ни первого, ни второго в ПАС, партии действия солидарности, нет людей, которые бы понимали тяжесть, всю тяжесть этой проблемы, всю сложность этой проблемы, ее глубину. И то видение, которое они разработали по решению проблем этой системы, оно является нежизнеспособным. Это мы видим. Что будем делать? А что мы можем делать? Ждать? Я представитель внепарламентской партии. Так вы должны, какова миссия оппозиции? Миссия оппозиции говорить об реформе юстиции. Кстати, фотография, которую вы поставили как заставку. Вот это. Да, вот это, которая. Это интервью годовалой давности, в котором я говорю о юстиции, о том, почему концепция реформы юстиции партии действия солидарность провалится. И вы, если вы возьмете последние три интервью, которые я давал на эту тему, именно вот на тему юстиции, реформы юстиции, я объяснял, что невозможно вычистить, выправить, исправить, выздороветь те специальные прокуратуры, специализированные прокуратуры, которые у нас есть, вылечить их, да, зачистить их и что-то с ними сделать толковое. Это абсолютно невозможно. И это утопия, это приведет к дискредитации непосредственно партии действия солидарности, как той партии, которая претендует на то, что они будут осуществлять реформу юстиции. Они завязались на этих специальных прокуратурах, прокуратура по борьбе с коррупцией в тандеме с Центром по борьбе с коррупцией ЦБК, которые ПАС пообещали с 2016 года ликвидировать. Создать новый центр. Вот. И прокуратура по борьбе с организованной преступностью. Вот эти обе прокуратуры. Одна занималась покрыванием коррупционных схем, а другая занималась покрыванием организованных преступных группировок и преступных организаций Плохотнюка. Да. Наоборот. То есть сейчас ПАС пытается бороться с коррупцией и с организованной преступностью посредством тех прокуратур, которые олицетворяют коррупцию и организованную преступность. Это форменный идиотизм. Это приведет к абсолютной дискредитации этих политиков из партии действия солидарности. Министра юстиции, председателя комиссии Олеся Стамати по там, юридическим вопросам, не говоря уже о большинстве, парламентском большинстве и президенте Майса. Общаетесь с Олесей Стамати? Я не общаюсь с Олесей Стамати. Со стороны партии действия солидарности нет никакого интереса общаться с людьми, у которых другое мнение, чем у них. Я думаю, нашему избирателю уже давно пора понять это. Нет никаких платформ по обсуждению реформы юстиции и почему все это провалится. Они много чего обещали. Я хочу сказать, что прозрачность принятия решения, есть даже такой закон, прозрачность принятия решений, и о процессе принятия решений, он часто нарушается. Прозрачности очень мало. Все это вело к ни решения, ни прозрачности. Все это вело к очень сильной эрозии доверия к
партии действий солидарности, которая отражалась очень четко в соцопросах. Война поставила на паузу внутриполитические проблемы. Все, но когда, нет, все тихо, хорошо. Да, когда, ждем, когда война, кто победит? Когда война закончится, все эти вопросы, они будут очень жестко подниматься. Потому что ПАС не стеснялась обещать очень много и вообще не скупилась на обещания ни в коем разе, ни в коей мере. А их институционный и их институционный интеллектуальный потенциал он очень-очень ограничен. И они не, к сожалению, не сделали самых главных выводов после опыта 2019 года, когда практически полгода имели возможность управлять страной. К сожалению, урок не был выучен. А были люди, которые говорили, что ничего не изменится, все будет то же самое. И вот мы. Что вы имеете в виду? Ну, что то правительство было импотентное, что это все будет то же самое. Ну, вот к сожалению, на самом деле очень многие министры не соответствуют своим должностям, которые они занимают. Нет никакого понимания того, что хотят делать, что этот парламент хочет делать в сфере экономики, в сфере дебюрократизации, в сфере гарантий только это? Предпринимателям, их прав и так далее. Штефан, Анатолий Минчунов, ФОС-17, пришедините интеримага, куцы, диапел, кишинел. Диспозиция привинну мира честую, ФОС-17, асты, дозы, дой мат, иди пришедините интеримар, консилю супериор, дорел мустяц. Клима ушел, один назначил другого, все с блестящей репутацией. Я вам хочу сказать, что там осталось очень немного судей в апелляционной палате, они есть, конечно, к которым не было бы претензий. Так почему есть, один коррумпированный элемент назначает другого? Ну как? Где Министерство юстиции? Вот, что? Где государство? Послушайте, вы так возмущаетесь, как будто вы забыли, что Дарьяна Мустяца продвинули на должность судьи в высшую судебную палату, партия действия солидарности с 52 голосами. Это ПАС надо спрашивать, как это понять. Не могу, никто не хочет приходить. Ну. Вот господин Попшой позвал, он сказал, что некогда. 2 месяца я его послал вслед за русским кораблем. Я верю, что они... Некогда, человек. Я верю, что они заняты, я верю, что у них дел полон рот и так далее. Но нужно говорить и нужно объяснять. Я почему говорю, что их сотрудничество с нынешней системой уголовного преследования и судебной системой приведет их к полной дискредитации. А что, они не понимают там этого? Я думаю, они считают, что у них 4 года, 3,5 года еще. И они считают, что если они выдадут результат, это забудется. Но то, что они не понимают, это то, что с такими людьми, с такими назначениями они не выдадут никакого результата. Останется только дискредитация. Более того, их поддержка, политическая поддержка будет деградировать так быстро и так жестко. И ей будут пытаться воспользоваться, этой ситуацией будут пытаться воспользоваться, и мы это видели до начала войны. Будут пытаться воспользоваться агенты иностранного влияния в Республике Молдова. И будут пытаться воспользоваться этим весьма эффективно, так как результатов нет. И раскачивать лодку со злыми намерениями, не из патриотических побуждений, будут очень многие. Потому что у нас, как и в Украине, хватает агентуры. И хватает двойных, тройных, четверых. А ваш звездный час не настанет в это время? Я слышу все сильнее и сильнее, что Штефан Глигер наступает на пятки президенту. Вы знаете, я этого не вижу. Я Или этого, честно отрицаю? Говоря, не вижу. Не вижу в том, не вижу в смысле... Я появился как политик в списке людей, которым наши граждане доверяют. То есть, как бы я шутил над этим следующим образом. Есть 2 новости. Одна хорошая, одна плохая. Хорошая в том, что я появился в этом списке, плохая в том, что я последний в этом списке.
Может быть... Сразу после Рената Усатова. Кстати, где наш Браун? Я не знаю, я не политический комментатор. Где вот это вот все, что случилось? Не знаю. Наверное, занят чем-то другим. Я не знаю, чем занимается. Мы не общаемся, чем занимается Ренат. Вот такая ситуация. Мы готовимся к местным выборам. Следующий тест для нас — это местные выборы. Будете в Кишиневе выставлять своего кандидата на мэра? Я думаю, будем выставлять в Кишиневе своего кандидата. И думаете, что получится, господин Чебана? Я думаю, будем выставлять и в Бельцах, думаю, будем выставлять и в других городах своих кандидатов, важных для нас городах. Вот. Будем пытаться делать из тех городов, где мы выиграем, примеры успешного развития, и будем доказывать, что малыми ресурсами можно сделать очень многое, если не воровать и работать с головой. Будем пытаться тем малым, что у нас есть, делать много. Это очень трудно, я вам хочу сказать. И, конечно же, на фоне всего происходящего внутри страны, и, конечно же, после того, как началась Российская Федерация начала войну в Украине против Украины, все стало еще грустнее, еще хуже, еще темнее. Но после ночи день. Ой, да ваши молитвы, как бы я не против. Штефан, у нас назначен новый глава национальной полиции. Ненавистный всем, нелюбимый всеми, отрицаемый, отторгаемый обществом господин Подарилов все-таки ушел. Уже сколько там? Есть у нас 1,5-2 месяца, да? Ну, думаю, месяц. Что-то есть какие-то подвижки в полиции? Нет, я их не жду, если честно. Я ни от одного министра, в том числе министра внутренних дел, я так и не понял, что они собираются делать на своих постах. Я вам честно скажу. Нет ни одного министра, за исключением, наверное, министра иностранных дел, возможно. Которого тоже критикуют направо и налево. Но вроде, мое впечатление, что человек компетентный. Министра труда и социальной защиты Спатар, который старается очень быстро учиться и старается выдавать результаты. Там прогресс есть, да. Есть, по крайней мере, пример того, как нужно коммуницировать. По крайней мере, он старается коммуницировать правильно. Это не значит, что у нас нет каких-то объекций или претензий или замечаний к работе этого министерства, но, по крайней мере, есть какое-то старание, есть понимание того, что там что-то пытаются делать. А вот большей части остальные министерства у нас вызывают определенные вопросы. А ваши любимые министры здравоохранения? Мне вообще непонятно. Я думаю, министр здравоохранения пандемический тест провалила. Я думаю, очень многие министерства провалили тест первых 6 месяцев. Как вы думаете, почему молчит президент? Почему никакой реакции? Я думаю, президент осознал во времени, вот за эти 6-8 месяцев осознал, президент осознал необходимость смены правительства. Возможно, даже об этом думали, я не знаю, у меня нет общения с президентурой. Возможно, об этом думали. Было логично бы об этом думать, потому что кроме как усиливать акт управления страной, процесс управления страной, у них нет другого выбора. Если нынешний состав министерств правительства не соответствует, то его нужно было править, нужно было ряд министров заменить. Отзывать, у нас огромное количество вопросов, неотвеченных вопросов к министру инфраструктуры Спыну и регионального развития. Главный Андрея доминант Спыну. Молдовы. Да, главный доминатор в Республике Молдова. Вот. Главный, да. Ой, полный тишнет. Вот доминатор и оценщик его. Видите, как они так спелись хорошо. Да, вот к Министерству инфраструктуры и регионального развития огромное количество вопросов по менеджменту этого кризиса, газового кризиса. Я вас спрашивал, может быть, все-таки вы ответите мне. Вы президент. Вот, давайте пофантазируем. Я президент. Кого вы видите
в должности премьер-министра? Вы говорите, что есть очень много компетентных людей. Я не говорил много компетентных людей, я говорил, что все еще есть компетентные люди. Да. И если так будет дальше продолжаться, я вам хочу сказать, что я не уеду. Жизнь, она весьма короткая. И... Поэтому я и возмущаюсь. Вы говорите, вы возмущаетесь. У меня завтра, послезавтра пенсия, а что я видел? 90-е, 2000-е. Я видел, как люди приходят в парламент в сереньком костюмчике, выезжают оттуда с автопарками, с производствами, с вагонами, с портами. А дети нищают, уезжают. Сколько можно ждать, Штеф? Ну, сколько можно? Ну, вот поэтому я и мои коллеги решили создать политическую партию. Хорошо, а и где... применить на практике. Окей, Штефан, вот где... Не просто возмущаться, мы же годами возмущались, делали с гражданской платформы, что могли. В определенный момент мы поняли, что мы пинаем фактически кого-то еще, чтобы Штефан, они делали что-либо. Штефан, но где вы должны, что? Я ты придешь должен... и ничего, и что-то изменится или не останется в прежнем русле? Смотрите, я тебе буду звонить, ты не будешь трубку врать, говоришь, я не могу прийти. Через, позвони мне через 3 месяца. Я надеюсь, я не смогу прийти, потому что я буду очень занят делать то, что я пообещал людям. И дай я бог. Уверяю, я вас уверяю, что работ так много. То же самое здесь обещала Олеся Стамати. Если бы, ну, вы знаете, как Олеся Стамати, как и многие другие там, министры, профильные, ответственные лица, которые назначались на те или иные должности, не имели ни практической, ни профессиональной подготовки для того, чтобы занимать эти должности. Если бы люди вели себя адекватно, они просто бы отказывались от этих должностей. Я знаю, как ПАС искал министра сельского хозяйства. Да? Они нескольким людям предложили, да, и им постоянно отказывали. И нашли вот это, да, вот. То, что люди объясняли им, то, что я делаю вино, не значит, что я буду хорошим министром. Ну, да. Я делаю хорошее вино. Это то, что я умею делать, я не умею управлять сельскохозяйственной отраслью и делать политики. То есть на таком уровне, да, то есть они министерство понаклепали вместо 9-13, но не могли найти людей. И многие из тех, которые согласились на эти должности, я вам хочу сказать, что зарплата, насколько я помню, министра, это что-то около, в перечислении на евро, до 20 тысяч, скажем, это 18, да, там 800-900 евро, да. А человеку, у которого есть профессия, который самореализовался в той или иной сфере деятельности, неважно, какая это сфера деятельности, он зарабатывает тысячи, многие тысячи евро в месяц, и обеспечивает свою семью и определенный уровень. Да? То есть, принимая какую-то государственную должность, принимая предложение занять, он фактически действует во вред себе зачастую. И вот у нас компетентные люди есть, а компетентные люди, компетентные порядочные, которые готовы за свой счет делать хорошо государству, их очень мало. Так, поэтому у нас так получается, что не могут зачастую найти, потому что государство как бы притворяется, что оно платит деньги. А они притворяются, что они работают. У нас смотрят наши граждане и скажут, а что 800 евро это маленькая зарплата? Все очень относительно, я вам хочу сказать. Если ты министр, и ты покрываешь картельный сговор, к примеру, да, и ты получаешь 800 евро свою официальную зарплату, а на самом деле еще зарабатываешь там энное количество денег, потому что ты не выполняешь своих должностных обязательств. Штефан, не вижу я в качестве работы Конституционного суда увеличения зарплаты, не вижу, что как было, так и осталось. Я вам хочу сказать, не было бы Конституционного суда и тех принципиальных каких-то позиций, которые не занял этот суд, то... Так они и до повышения зарплаты также работали. Я хочу на благо сказать, государства. Что Шор, Игорь Николаевич в коалиции с Шором до сих пор контролировал парламентское большинство и дерибанили деньги. Да? То есть у нас... Значит, отблагодарили? У нас, я не знаю, если их отблагодарили или нет, но я уверен в том, что есть несколько сот человек в стране, которым мы должны платить так, чтобы они даже не думали о взятках. А мы платим... Это что, по 50, по 60 тысяч евро в месяц? Нет, но по 3-4-5 тысяч евро за некоторые... Взятки в 200, в 100 тысяч, 3-4 тысячи. Ну, вы поймите, вы можете нанять порядочного человека, у которого иммунитет на взятку, если вы не обязываете его нищетствовать.
или не обязывать его изменить свой образ жизни и действовать во вред своим детям. Вот я тоже себя спрашиваю. У меня трое детей, у меня есть обязательства, у меня есть определенные расходы. Я, допустим, в определенный момент могу стать министром. Не надо, на 4 там, года, говорить, и да? На 4 года вы семью обрекаете на... И я свою семью обрекаю на что? Минимальный социальный пакет, да. Там хорошо, если, там, допустим, моя жена осуществляет определенную предпринимательскую деятельность. Там, а можно будет ей, когда вы будете министром? А почему нельзя ей осуществлять предпринимательскую деятельность? Хорошо, а если жена не работает? В законных. А если жена сидит дома с тремя детьми, то тогда мы делаем что? Мы продаем свои активы, чтобы служить государству. Я вам хочу сказать, что с 2015 года занимаюсь общественной деятельностью, политической деятельностью. В той или иной мере мы в любом случае влияли на политическую повестку. Да, я напомню нашим зрителям, что я вместе со своими коллегами один из тех людей, которые продвигали объединение общества против Плохотнюка, социалистов с блоком АКУМ, например, да, за что нас только ленивый не кидал камни в свое время. Оказались были правы. А мы оказались правы, и мы убедили все общество, 2/3 общества, мы убедили, что это единственный путь. И самое сильное сопротивление, кстати, нам оказывал блок АКУМ в то время, особенно там некоторые представители. Это так. Памятка небольшая, да? Способность гнуть свою линию, она очень важна. И есть такие люди, которые во вред себе могут это делать. Их немного, но они все еще бывают. Я не знаю, почему я и сам себе еще не разобрался, почему я пошел вот так по этой стезе. Это стоило немалых денег, на самом деле, с 15-го года. Вот. Но в смысле утерянной выгоды, утерянных каких-то доходов, потерянных доходов и так далее, ограничение своей адвокатской деятельности во времени, потому что это было слишком опасно. Брать новых клиентов означало в любой момент быть арестованным. Поэтому я работал, ограничил и так далее. Многие годы я это делал. Диверсифицировал и так далее. Но те проблемы, которые мы поднимаем, многие, возможно, будут критически на это смотреть. Но на самом деле, если вы хотите нанимать на работу в качестве министров профессионалов, людей, которые знают, что им надо делать, и у них есть четкое видение, понимание, это денег стоит. То есть ты готов идти в министры при зарплате 3-4-5 тысяч евро в месяц и выкладываться? Я, возможно, настолько глуп, что я буду делать это за свой счет. Так как у меня как есть... Как мне это близко? Да. Как мне это близко? Потому что судя по FSS-TV. Есть какой-то... Какой-то, не знаю, какой-то, в этом мне надо разбираться самому, но вот есть какое-то убеждение, что это правильно, это то, что надо делать. Ну, вы поймите, найдешь одного такого человека, несколько таких человек, но найти 50-100 человек, которые бы приняли это... Самопожертвование, да? Ну, я не очень, люблю, я очень не люблю это слово. Это твое личное решение, которое ты должен принимать и не должен строить из себя жертву. Я когда вижу некоторых наших политиков... Нет, не строить. Которые строят из себя жертву. Не строю, а зачем строить? И что они делают огромное одолжение. Но, опять же, это очень сложный разговор на самом деле. Где, ладно, пусть, где расчерчиваются твои личные интересы, интересы семьи с общественными обязательствами? И я вам хочу сказать одну вещь. Рустам. Мы дожили, наша судебная, наша прокурорская система, это у них сейчас неплохие зарплаты. И я вам хочу сказать, самые маленькие в регионе. Многие считают их очень большими. Но забывают о том, что эти люди, во-первых, на них большая ответственность, большое давление. И кроме этого, у них большая экспонента в смысле коррупции. И платить $1000 в месяц человеку, который принимает решение в сумме за год на несколько сот миллионов долларов, иногда некоторые из них, это не очень умно. Поэтому обычно в этой сфере платят относительно высокие зарплаты. У нас они самые низкие в регионе, я хочу сказать. Вот. Наше общество должно понимать, что дешевые специалисты или бесплатные специалисты — это очень дорогие специалисты. Судья, которому платишь небольшую зарплату, это очень дорогой судья, потому что он не будет
приносить законность в общество. Если это не Стефан Глигер и не Арджелиев. Да. Ну, у всего свой предел. Ну, поработайте вы год, ну, поработайте два. Ну, поработайте. А там работы просто аврал. Если возьмете среднестатистическое количество дел на судью или на прокурора, которое падает, да, именно плечи, там на этой работе нужно жить, понимаете? И в субботу, и в воскресенье, и ночами, и так далее. Вот. Поэтому это очень сложный разговор. Дешевой юстиции не бывает. Если мы хотим строить настоящую юстицию, нужно зачистить систему, привлечь новых людей, грамотных, неподкупных, и создать гарантию, систему гарантий некоррумпированности этих людей. Кто-то и спас. У судей забрали социальную жизнь, забрали служебное жилье, забрали определенные моменты как по социальному обеспечению и оставили только зарплату. И если судья, допустим, назначается на определенную должность из района в Кишинев или из Кишинева в район, да, ну только транспортные расходы кто-нибудь считал, если посчитать. А им разве не выплачивают транспортные расходы? Нет. Штефан, есть вопрос по поводу статуса Республики Молдова. В случае гипотетического, да, не будем, скажем так, что мы этого не желаем, Украина проигрывает, здесь Кишинев никто стрелять не будет, никаких ракетных ударов не будет, здесь достаточно будет пару этих десантников. Что нам светит, что нам грозит, какие изменения могут прийти в нашу жизнь? Оккупация, военная незаконная оккупация. Так, вот будет захвачено и свергнуто правительство, да? Президент, правительство? Это можно только гадать, но... Ну, вы не задумывались над этим, как учитывая, это может выглядеть, да? Учитывая, насколько брутально себя ведет, не по-человечески, негуманно, незаконно ведется армия Российской Федерации в Украине. Там нацисты, там милитаристы, у нас никого ничего нет. Пусть покажут, хотя бы там, не знаю, в их раде покажут 5 нацистов. Армянин нацист. Да, покажут 5 нацистов. Или 3 нациста. Да, правый сектор не набрал даже 2 из 75. Да. 2,75 набрал в Раду. А что, в Российской Федерации нет националистов? Или нет? Скинхед это не, не да. А Жириновский это кто, который сидит в Думе? Боже царя храни. Да? Это кто, по сути, учитывая его характер заявлений? И так далее. То есть это абсолютно, все должны понимать, что это предлог для нападения на независимое суверенное государство. Хорошо, напали на нас. Что у нас будет? Что у нас будет? У нас идут во дворец, скажут, моя Санду, собирай вещи и уезжай. У нас есть, конечно, очень безрадостная перспектива с военной точки зрения. У нас маленькая армия, бедная армия, плохо оснащенная. Конечно, особой такой большой военной трудности оккупировать Республику Молдова нет. Но я не очень верю в этот сценарий, несмотря на то, что есть информация, что некоторые круги в Российской Федерации рассматривают такой сценарий, учитывая серьезнейшие провалы за этот месяц в военном плане российской армии, нужна какая-то быстрая, убедительная победа. Ну и что, взять Республику Молдова? Республику Молдова. А какая интересная победа. Республика Молдова. Гора родила мышь. Да, да, да. И некоторым вот... Знаете, Путин схватил Майю Санду. Тем более они почти одного роста. Я как-то не очень это себе представляю. Ну, мне кажется, это приведет к очень таким... еще более серьезным последствиям с экономической точки зрения для Российской Федерации. То есть абсолютно очевидно уже, что тут уже не прикроешься каким-то нацизмом, не отговоришь, не будешь заговаривать зубы там какими-то предлогами. Абсолютно очевидно, что это государство-агрессор, так, который моя плюет Санду румынка. Просто на... Владимир Владимирович, это сколько раз говорил? Ну вот вы видели провокации в Приднестровском регионе, да? О том, что заминированы школы, да, о том, да, что да. Это же опять бред сивой кобылы. Ну, для нас это бред сивой кобылы. О том, что в Украине нацизм, это тоже бред сивой кобылы. Но этот бред сивой кобылы послужил предлогом для нападения, полномасштабного нападения на соседское государство. Гибнут десятки тысяч людей. Но у нас здесь нет военных баз, которые бы предоставляли угрозу для Российской Федерации. Лаборатория у нас кроме базы Российской Федерации. Да.
которая есть и представляет единственная угрозу. Единственная база, военная база, которая представляет угрозу для независимости Федерации. Суверенности Республики Молдова. И Российской Федерации. Да. Штефан, а лаборатория у нас есть, как в Украине, которые там... Которые кур производят. Куры производят, которые потом убивают чисто русских. Ну, раньше пешеходных кур. Наши куры не летают. Вот. Нет, это, конечно же, глупо. Чем грозит нам? Вот меня многие спрашивают, ну вот почему вы не делаете федеративную республику? Гагаузия, Приднестровье, может там бельцы еще добавятся. Почему нам не сделать федеративное государство по типу Российской Федерации, запретить выход из состава? Давайте так. В чем проблема? Пусть Российская Федерация заберет свои войска, уйдет домой. Она не может оставить приднестровский народ братский? Мы же ворвемся и сразу начнем народ, душить их, убивать. Приднестровский народ должен, может и должен чувствовать себя спокойно. Армия Республики Молдовы — это менее 7 тысяч человек. У нас нет ни одного танка против 15 танков Приднестровской непризнанной армии. У нас нет ни одного боевого вертолета. У нас нет... Скольки вертолетов в Приднестровье? В Приднестровье, мне кажется, нет боевых вертолетов. Есть. Господин Шаларов сказал, что есть, но они в очень плачевном состоянии. Да, наверное. И вряд ли он говорит... Он, кстати... Шериф, наверное, все-таки не считал разумным вкладывать деньги в ремонт военных самолетов. Зачем? Можно красную икру на месте производить, да? И сигареты. Сколько денег можно сигарет? Да, контрабанда сигарет, они не собирались, наверное, переквалифицироваться на военную технику. Штефан, а что будет? И так далее. То есть перспектива военного нападения Республики Молдова на Приднестровье. В Приднестровье есть потенциал примерно 18 тысяч человек. Да? То есть их армия, они постоянно проводят какие-то тренировки. Там, переезжают в Днестр. Да, что-то там имитируют какую-то деятельность и так далее. На их территории находится военный арсенал КАБАС, минимум 20 тысяч тонн вооружений, боеприпасов. И тут так, один так эксперт что... сказал, что они сидят тише воды, ниже травы, потому что украинцы им сказали, что будете дергаться, первый удар будет по Кубасне. И вас снесет и смоет, сотрет с лица земли. Абсолютно очевидно, что украинские вооруженные силы рассматривают такой сценарий, учитывая то, как подло поступили с ними и как подло на них напали и так далее. Я уверен в том, что рассматривается. Если вы заметили на всех картах РФ, которые показывают, стрелочки, легендарные, президент Лукашенко, знаменитые карты, которые выдал все тактические планы Генерального штаба Российской Федерации. За это ему сказать спасибо, просто так все так детально было написано, в том числе Приднестровье и якобы захваченные территории на украинской стороне, предполагаю, российскими солдатами расквартированными в Приднестровье. То есть такое это все, конечно... Такое. Поэтому нет никаких оснований предполагать, никто не сможет обосновать, что у нас есть... Не то, что желание, а для того, чтобы иметь какое-то желание, надо иметь возможность. По-моему, Владимир Владимирович, ничего не надо. И я уже говорил в этой студии, что он этим статусом нейтралитета подотрется. И как сказал Слуцарь, говорит, русские войска будут идти, и тут на границе вспомнят. Говорит, подожди, они же сказали, что у них не так. А кто сказал? Попшой. О, не идем дальше. Раз Попшой сказал, господи, да что же это? О чем мы говорим? Тем более он на всю Европу это заявил. Он затмил даже президента. Мы не построили армии, боеспособные армии. Да я всегда говорил, что она нам не нужна абсолютно. Она нам, на самом деле, с логической точки зрения, она нам нужна зачем, была. Зачем, нам нужна Штефан, была маленькая, зачем? Способная, боеготовая армия. Как зачем? Оказалось, Рустам. Потому что если нас оккупируют, и мы не сможем... Сколько мы можем отстреливаться? Себя защитить. Сколько мы сможем этого фарша произвести? Все это будет отдельно напрасный труд. Я хочу вам сказать, что если у тебя есть определенные убеждения, ты должен быть готов их защищать. Стефан, И я вам хочу сказать, что если бы... Давай на ты. Вот, да. Хочу тебе сказать, что
если бы украинцы вот точно так же себя позиционировали. Не, ну давай не будем сравнивать, да. Украину. Ну, сравнивать, не сравнивать. Что? Финляндия когда-то остановила Советский Союз. Не Российскую Федерацию, а внимание. Советский Союз, да. А Советский Союз. Там... Да. Остановила она поэтому... чем? Финляндизацией? Как она это называется? Она остановила говорит, да? большой кровью, но остановила и доказала, что это нация. Что эти люди, у которых есть чувство собственности над своей страной. Сегодня, конечно, мы обсуждаем абсолютно гипотетические сценарии нападения на Республику Молдова. В этом с международной точки зрения, то есть никакого смысла ни с военной, ни с международной точки зрения в этом нет. Россия уже контролирует часть территории Республики Молдовы, и у нее находятся там войска, а также огромный склад боеприпасов. То есть, если бы Россия хотела использовать Приднестровье как плацдарм для нападения на Украину, а это единственный смысл с точки зрения военной стратегии в этой ситуации, угу. то она уже могла бы, в принципе, это делать. Потому что да, но не может. Российская Федерация могла бы усилить свою группировку в Приднестровье посредством десанта, да, к примеру. Да, но та же Колбасна бы сыграла далее. Бы с ними очень злую шутку. Не с ними, а с нами. Ну, с нами со всеми, да. Да, с нами но со всеми сыграла очередь, бы очень плохую шутку. В первую очередь, да. по Господу, все-таки. Вот. Но мне кажется, первыми, которые должны быть не заинтересованы в этом сценарии и избегать его любой ценой, это должны быть непосредственно непризнанные что они органы Приднестровского региона. Это господин Гушан уже сбежал оттуда? У господина Гушана слишком много денег, чтобы он рисковал своей драгоценной жизнью. И говорят о том, что в Кишиневе уже шли переговоры между ним и господином Доминатором? Возможно. Нет такой информации? У меня нет такой информации. Есть слухи, которые я, как и вы, слышал, как и ты слышал. И на самом деле решение Приднестровского конфликта — это решение двух проблем. Проблема под названием шериф, который политически контролирует этот непризнанный регион. И решение проблемы военного присутствия Российской Федерации. Как только корпорация шериф исчезнет из Приднестровского региона, коррупционный интерес в монетизации российского газа российских, приднестровских и молдавских коррумпированных элит. И украинских. И украинских коррумпированных элит исчезнет. Исчезнет Все. Так называемая проблема Приднестровского региона. Потому что в ней нет этнической составляющей, в ней нет ментальной составляющей, ценностной составляющей, в ней есть... Единственная составляющая — это коррупционные интересы. Это интерес по обогащению определенных, очень конкретных людей за счет сотен тысяч судеб, жизней, несколько десятков человек уже многие годы обогащают себя. И вот чем быстрее все поймут и на левом берегу, и на правом берегу, все поймут, что на самом деле это обман, ложь и просто такой протогосударственный, псевдогосударственный фарс, который позволяет этим людям зарабатывать огромные деньги, сотни миллионов долларов в год, тем быстрее это все закончится. И первым шагом было бы способствование с нашей стороны к привлечению к ответственности Гушана и его партнера по корпорации «Шериф». Потому что привлекать к ответственности есть за что. Есть вопросы от телезрителей. Господин Глигор, вы правильно дали определение нацизму или фашизму, что одно и то же. И сегодня впервые за 8 лет 20 западных журналистов посетили Донецк, посетили аллею славы украинских нацбатальонов. Думается, им-то поверить. И личный вопрос. Когда приходят, забирают квартиру и выгоняют 4 несовершеннолетних детей, приговаривая, че не ешь булгар, гагауз. Футю нахуй, Булгария, Салгагаузия. Конец цитаты. Так вот, это является фашизмом или так немножко неуважением другой нации? Дайте, пожалуйста, этому действию юридическое определение. Что значит выгоняют из квартиры? Ну, вот я зачитал. Это пример какого-то злочинствования из Донбасса, из Донецка. Видимо, здесь, в Молдове. Или из Молдовы. Ну, нужно больше информации для того, чтобы дать квалификацию юридическую этим действиям.
Господин Константин, вы можете позвонить в прямой эфир, у нас телефон вот указан, пожалуйста, и, может быть, как-то поясните, если вы хотите. Поясните, потому что да. Вы дали слишком мало информации, чтобы я вам на это ответил. Но любой акт такого рода, когда выгоняют многодетную семью из своего жилья, является, конечно же, возмутительным. Александр Пара. Тот свор саларий марим спунит шино оппортунитет целя честор фаци ди популации. Поции нумерен чипын ди сфера экономика пына ваш сочал. Это классический вопрос о том, зачем платить деньги, если до сих пор все воровали. Да? Или до сих пор не было людей, которые бы доказали свою эффективность. Ну, в таком случае надо закрывать лавочку. Если мы не верим в то, что мы сможем построить сильные государственные институты, которые работают в интересах людей, то это закрытый, это прочный круг. Ты не привлекаешь компетентных людей, потому что у этих людей есть профессия, они работают, у них есть свои бизнесы, или они уже работают в международных корпорациях, организациях, или в международных организациях непосредственно. Ты не можешь их привлечь, потому что ты даешь им непривлекательную зарплату, даешь зарплату, на которую они, с их точки зрения, не могут существовать. Да? Вы поймите, к примеру, чиновник в какой-нибудь международной организации, неважно, возьмем там Объединенные Нации или возьмем... Да, но у нас говорят, что у нас бедное, слабое государство, и мы вот потому и бедные. И тут же говорят, что Майю Санду, Майю Санду консультирует какой-то Мартин Зиги, получает 20 тысяч евро в месяц, и он руководит страной. Даже если этот человек получает 20 тысяч евро, ему эти 20 тысяч евро не президентура платит. Ему платят европейские институты через какие-то проекты и так далее. Я не знаю, я гипотетически говорю, я не знаю. Я не знаю, какова была бы роль Мартина Зига в советовании чего-либо в Республике Молдова. Ну, разве что в контексте евроинтеграции и так далее. Ну, тут некоторые голоса говорят, что он прямо, что она ничего не делает без того, чтобы не спросить у него разрешения. Или он ей напрямую говорит о том, ну, что... обсуждать слухи это бред, я не хотел бы. Я не знаю, как там это работает, как работает принятие решений в президентуре. С другой стороны, уже есть спекуляция на том, что Игорь Николаевич уже раздавал должности, чувствуя себя новым губернатором Бессарабской. Так первые три дня... Так и было, да? Многие социалисты к земле не касались, они летали просто отчасти. Они уже видели себя министрами, видели себя начальниками. Я спросил господина Кику здесь, он сказал, что это все спекуляции, это все инсинуации, потому что он лично в этой очереди не стоял. Он с Игорем Николаевичем разговаривал последний раз, когда поздравил его с днем рождения. Я говорю о социалистах, я не знаю, что делал Кику, летал он или не летал, вот, отчасти, навряд ли. Вот, не думаю, по крайней мере. То есть, наверное, у него есть какие-то симпатии к Российской Федерации, но после того, что там произошло, после этой агрессии, войны, я думаю, ему стоит задуматься. Но в любом случае, то есть, если мы хотим иметь сильные государственные институты власти, мы должны принять, что этим людям нужно будет платить адекватную зарплату. Хорошо, Штефан, заплатим. Я не против, ради бога. Вы тем более понимаете, мы теряем миллиарды долларов прямых инвестиций, мы теряем миллиарды долларов капитала, внутреннего капитала, который уезжает из Республики Молдова, его выводят. То есть мы не только не привлекаем людей капитал, ресурс, человеческий ресурс. О людях отдельный разговор. Но у нас есть богатые люди, их много, который выводит сейчас капитал, и вывод этого капитала, он ускорен войной в Украине. И этот капитал уходит из страны, он больше не будет вертеться в нашу экономику, он не будет реинвестирован, он не будет создавать добавленную ценность в нашей экономике, он будет создавать добавленную ценность в других экономиках. И у нас, почему я часто критикую нынешнее правительство, правительство Гаврилица, у этого правительства нет никакого видения, как остановить. Вот только сейчас я видел заявление Министерства экономики, министра экономики Гайбы, который говорит о том, что они сохранят те facilities, да, те льготы, которые были созданы в рамках свободных экономических зон и в рамках других контекстов иностранным инвесторам. У нас есть две задачи: привлечь иностранные инвестиции на развитие, технологическое развитие, фактическое инфраструктурное развитие, инновационное развитие нашей экономики, создание производства и так далее. И
Вторая задача — это сохранить внутренний капитал, потому что у нас на внутреннем рынке вращаются энное количество миллиардов долларов. Да? Одна строительная отрасль, если оценить реальную стоимость того всего, что продается, тех квартир, которые строятся и построятся и продаются, вы увидите, что мы говорим о очень больших деньгах. Если эти деньги, они уходят за границу, да, у нас, учитывая те проблемы, которые есть в муниципе Кишинев, которые самые интересные для девелоперов, да, да, для застройщиков, да, учитывая те проблемы, которые есть с мэрией, да, с Ваней Чебаном, с той коррупцией, которая у нас расплодилась в этой мэрии, да, это как коррупция, проклятие, которое никак не можем от него избавиться. Нет у нас коррупции. Происходит два параллельных процесса. Идет делокализация с Кишинева в пригород. И идет застройка пригородов, что дало импульс к развитию этих коммун. А также частичный отток капитала в другие города, где девелоперы, застройщики начинают строить какое-то жилье, какие-то офисы. Но большая часть капитала уходит в Румынию. Я знаю об этом. И в Ясах, в Бухаресте, в Брашове. Я говорил с девелоперами, там легче строить, там нету взяток. Там также сложно с точки зрения бюрократии. Ну, не так, как здесь. Но есть какая-то прозрачность, есть какое-то понимание, что у тебя 2 года уйдет на получение документов, но ты их получишь, если будешь соблюдать нормативы. Ты их получишь, ты будешь строить. У нас на получение этих документов непонятно, сколько лет должно уйти. Можно непонятно, что еще надо сделать для того, чтобы получить разрешение. Непонятно, где и что можно строить, а где и что нельзя строить и так далее. Потому что генерального плана, он как бы есть, но приостановлен, потому что чего-то нет, чего-то там, а в этом как всегда, не хватает и так далее. Очень хорошо и все заработать. Это по концовке зависит от мэрии, от конкретных людей, которые могут захотеть, а могут не захотеть. Ну, короче, бардак. Как всегда, а там, где бардак, там всегда коррупция, потому что если нет порядка, то мутные воды. В мутных водах крокодилы водятся. Да. Вот. Хорошо, Штефан. Такая ситуация. И этот капитал нужно останавливать. Ток этого капитала нужно срочно останавливать. Не услышал я сегодня никаких обнадеживающих меня слов, мыслей, перспектив. Я думаю, не только я, но и наши телезрители. Все очень гадко. Ну, сейчас одна надежда, только чтобы война остановилась. Я... опять возвращение. Я, вот, наверное, мы уже подходим к концу нашей программы. Да, мы уже все. Да. Вот в окончании программы скажу такую вещь. Победа украинской армии, победа государственности, суверенности, территориальной целостности Украины будет означать определение вектора развития для Республики Молдова. Я надеюсь. И уже... будет не так важно, как мы в нашем небольшом болоте будем тут квакать. Нас просто унесет в том направлении, в котором пойдет Украина. А в том, что Украина не пойдет в восточном направлении, я могу... Окей, Штефан, но там коррупции еще больше. В Украине? Ну да. Знаете, победа их в войне, знаете, были, что кажется, она не прекратится. Вы знаете, мне кажется, во-первых, после Майдана были определенные сподвижки, сильные структурные изменения. А та поддержка, которая материализовалась в победе Зеленского на выборах. Да, Зеленский не сумел, так же, как Майя Санду, кстати. Да тот же сценарий. Выполнить свои обещания ввиду борьбы с коррупцией. Не создали новую антикоррупционную прокуратуру за 3 месяца под политическим давлением. Понятно, его уволили, но прокурор, он приезжал, кстати, в Республику Молдова, очень интересный человек. Это кто? Прокурор, я не помню его фамилию, прокурор, начальник прокуратуры, новой антикоррупционной прокуратуры, который должен был бороться с большой коррупцией в Украине. Просуществовал 3 месяца это ведомство, и человека убрали. Я думаю, у команды Зеленского и Зеленского лично больше не будет отговорок после этой войны. У Украины 2 врага. Это Российская Федерация и коррупция. И если Украина сможет победить
Ну, они тоже Российскую детки, Федерацию. Да. Они медленно, очень трудно, но сдерживают на самом деле российскую армию. Генсек НАТО сказал, что ближайшие 15 дней будут абсолютно решающими. Это, наверное, так. 15-30 дней максимум. Потому что ресурсов у Российской Федерации вести эту войну не так много. Особенно под давлением санкций. Украина героически защищает свою территорию, свой народ. И их, на самом деле, победа, это будет победа, определяющая вектор развития нашего региона. И несмотря на то, как мы будем двигаться медленно или быстро, нас унесет течением туда, куда пойдет Украина. Что важно? Важно не препятствовать, важно не тормозить, важно не заниматься ерундой, важно не игнорить, не абстрагироваться от реальности. То, что с моей точки зрения делает партия действия солидарности. У них очень плохой контакт с реальностью. Ты думаешь, после войны Майя Санду займется чисткой конкретно? Если Надеешься? Она не усилит свои позиции с точки зрения управления государством, с точки зрения эффективности правительства, шансов на успех, неважно, что она будет делать как президент. У президента очень ограниченные полномочия. Да, но имеет большинство. Она не сможет сказать, что это не я. Провал правительства Гаврилицы или любого другого последующего правительства будет воспринят как провал и ее личный провал. Поэтому если она не сделает Логично. Выводы и не будет способствовать усилению этого правительства посредством, не знаю, замены премьер-министра и ряда министров, или замены только ряда министров, и не будет убирать из состава этого правительства противоречивых, сомнительных людей, абсолютно очевидно, не дееспособных с точки зрения той позиции, которую они занимают, должностей, которых они занимают, это приведет к эрозии, политической эрозии и дискредитации дискредитации проевропейского вектора в Республике Молдова. Уже, боюсь, будет окончательно. И антикоррупционно. С этого момента все, кто будут что-то говорить о борьбе с коррупцией, на ней просто будут издеваться. Потому что никто, к сожалению, мы все знаем. У них 63 мандата, у них министр юстиции, у них прокуратура, у них все. У них новый состав Высшего совета прокуроров. Все, у них абсолютно все. И они отговариваются и объясняют отсутствие результатов тем, что они должны провести оценку. А сейчас все заняты, потому что в эту оценочную комиссию должны входить иностранцы, а иностранцы, кто-то сейчас приедет, чтобы что-то там оценивать. Но даже если бы они приехали, эта оценка будет длиться годами, она будет длиться от года до 3 лет. Что нужно делать? Просто сметать всех, увольнять повально? Я объяснил, что нужно сделать. Нужно ликвидировать прокуратуру антикоррупции в связке с ЦБК, Центром по борьбе с коррупцией. Это мама и папа коррупции. Как это ликвидировать? А ликвидировать посредством закона, Рустам. Ну, ликвидировать хорошо. Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью. Оставить только генпрокуратуру? Оставить генпрокуратуру, территориальные прокуратуры. И все эти прокуроры перейдут новую туда. Антикоррупционную прокуратуру. Что значит новую? Где мы новую людей значит возьмем? С нуля, Руслан. А где людей взять? Где те же самые будут пересаживаться? И... Есть 120 прокуроров, которые сдали экзамены, которые ждут своего назначения. Есть маленькая часть, 10-15% тех прокуроров, которые работают сейчас в соответствующих прокуратурах, которые я упомянул. Которых можно привлекать. За которыми нужно очень внимательно следить. Да? Многих надо на самом деле привлекать к уголовной ответственности. Но это должен кто-то делать. Это должен делать тот, у которого есть и знания, и необходимые моральные качества. Если мы будем просто... Вот поймите альтернативу, которую вот то, что предлагаю я, это есть что-то конкретное. Трудно реализуемое, но конкретное. То, что предлагаете вы, это оставить все как есть. Я не предлагаю оставить. Ну, ваши аргументы, они нет, в этом плане звучат. Нет, я и уже... то же самое мне говорят многие другие, которые говорят, это очень радикально. Это не радикально, это адекватная ситуация. Понимаете? Нельзя прибегать к людям, которые являются сутью проблемы и надеяться на результат, надеяться на то, что произойдет что-то другое. Я не за то, чтобы оставить, я хочу уже хоть что-то увидеть. Я хочу выйти в прекрасный чистый город, я хочу видеть электронное правительство, я хочу... Ты сам, вы недовольны Ваней Чебаном? Да.
Кстати, вот несмотря на это, все-таки город преображается. Преображается, а кто-то себя спросил, за счет чего он преображается? Кто-то ну, знает, вот... какой дефицит бюджета в Кишине? Кто знает, сколько дефицит бюджета в Кишине? Там 500 миллионов, да? Если не больше. Ну что вы. Больше? А полтора миллиарда полтора не хотите? Миллиарда, ну... Значит, а прошлый год полтора миллиарда, в этом году там что-то 1,4 млрд, сейчас в этом году что-то 1,2 млрд. Угу. И тогда около миллиарда. Ну, стыду, ну, образно миллиард. Я уже положил большие надежды. То есть на это наши деньги, которые мы будем выплатить. Не... Город преображается не за счет того, что город научился зарабатывать деньги и привлекать инвестиции. Нет, государство... Наоборот, он отпугивает инвестиции. Государственный рэкет заставляет экономических агентов за свой счет делать. Видите, вы все знаете. Знаю, конечно. Как не знать, я же здесь живу. Я же знаю все это. Но с другой стороны, мне говорят, ну молодец, он же не использует бюджетные средства, он сэкономил городу средства. Что значит не использует? Дефицит бюджета более миллиарда лей каждый год. Это что значит? При Дарине Киртаке был профицит и вообще ничего не делали. Ну как не делали там? Коррупцию развели, воровали и так далее. Сейчас ничего не изменилось, я вам хочу сказать. И пример отеля «Националь» доказывает, что разбазаривают государственную собственность, которая стоит миллионы евро, дают просто бесплатно. Кому земля, надо. А земля возле универмага? Официально бесплатно, неофициально, конечно, там. Земля возле универмага, что ли? Земля возле универмага, которую продали за ничто. Земля под отелем «Националь», который, и, на, котором, на которой хотят и разрешить построить монстра, который не соответствует никаким градостроительным нормам. Никаким. Все это, конечно что же... Что там можно опять построить? Это можно объяснить парк? Только коррупцией. Не-не-не, что там можно построить? Там нужно построить то, что было разрешено с условиями конкурса. А что было разрешено? Государство продало это предприятие и обязало нового собственника реабилитировать, реконструировать основное здание отеля «Националь». Уникальное, кстати, здание с точки зрения градостроения. Красивый. Оно и красивое. Там очень низкие этажи, но его можно под офисы переделать. Можно. Или можно что-то, да? Можно сохранить. Под сохранить, потому что это все-таки как-то. Что угодно можно сделать. А справа поставить высокое здание. Такую кукурузу. По соображениям застройщика. Вот, И там себе извращайся, как хочешь, да? Да? Строй что вот ты видишь, как такую, ты видишь и так далее. Да, можно поставить очень красивое современное здание. Вот такую вот стенку, из да? стекла или из чего-то еще и так далее. Высокое, нет вопросов. Одно высокое здание этот участок в принципе может проглотить. С функциональной точки зрения. Но если вы поставите там три таких здания, ребят, три, и причем все это на партернах, на первых там нескольких этажах объединено в общий периметр, то есть чтобы создать, естественно, дополнительные площади потом застройки. Там люди, ау, кто там, мы говорим о 150-140 с чем-то тысяч квадратных метров. Это как целый квартал. Это как целый новый квартал. Понимаете, это огромные, то есть если там стандартная там, подъездная, четырехподъездная там, многоэтажка, там, допустим, 5, 6, 7 тысяч квадратных метров, вы представьте, 150 тысяч метров. Хороший. То есть мы говорим большой о такой огромном город объекте. В городе, такой да, маленький. Да, да, да. Поэтому это абсолютно недопустимо. Нужно несколько гектаров, чтобы такое поставить, построить. Ну, смотрите, смотри, Штефан, он начал ремонты дворов. Благоустройство улиц. То есть на этот год очень много запланировано. Это я не говорю то, что то, что делается, не нужно делать. Мой главный вопрос подходы. На какие деньги? У меня несколько претензий к мэрии. Это коррупция в мэрии. Абсолютно очевидно. Отель «Националь», продажа да этой земли. Да только «Националь». Куда ни глянь, да? Некрополь тот же. 8 миллионов до собак. Но много эпизодов. Это второе, это то, что город загоняет в долги. И непонятно, как мы будем эти долги обслуживать. Любой дурак может понабрать огромные суды для того, чтобы заработать себе политический капитал. Да? Любой. Но нужно же быть адекватным, разумным человеком. Эти деньги кто-то должен отдавать. И эти деньги наши будет. Граждане должны понимать, что это мы будем и платить. Будет торможение развития города. За это мы платим. Нет. Поэтому что получается? Третья проблема, то, что делает ЧБ. Он занимается охорашиванием, да, декором. Декором, да.
но не занимается инфраструктурными проблемами. Наша дорожная инфраструктура не соответствует реалиям этого города. То, что они разрешают строительство огромных площадей в городе, приводит к тому, что инфраструктурное, дорожное наше полотно, помимо того, что оно изнашивается, у нас невероятнейшие пробки в городе. Кстати, вот сейчас там идет ремонт Киевской. Я смотрю, они ломают. Почему не расширить эту улицу? В конце концов. Это вопросы к мэрии. Дело в том, что у нас объездная не готова. Он обещал построить. Город, наш МКАД. Обещать не делать. Это стоит огромных денег. И он берет, он вгоняет город в миллиардный долг каждый год, не занимаясь инфраструктурными проектами. Конечно, объездная должна быть в том числе проблемой правительства. Инфраструктурой надо заниматься. Без инфраструктуры нет развития, нет экономического развития. Молдову, транзит через Республику Молдову — это такой мини-кошмар. Да? Так же, как и транзит через Румынию, вам хочу сказать. Что Румыния не построила, к сожалению, до сих пор ни одного транснационального автобана, ни один не закончен. Пересечь Румынию — это 11 часов. Пересечь Республику Молдову — это не менее, если пересчитать на расстоянии, это не менее проблемно. И так далее. Поэтому инфраструктурой нужно заниматься, должна быть стратегия по развитию этой инфраструктуры. Нет, а не менять плитку тротуарную и так далее. Без проекта, без градостроительных разрешительных документов, абсолютно очевидно, что очень многие улицы, Негруции, другие, их ремонтируют просто как им нравится, для того, чтобы выдать какой-то результат. Теневые договоренности с застройщиками, которым Вась, они там сделают какую-то улицу, а им дадут какое-то разрешение на строительство. Облагораживание родника Тамары. 7,5 миллионов лет. Ты был когда-нибудь на роднике Тамары? Я там тренировался, я занимался греблей. Куда туда 7,5 миллионов можно угрохать? Да, нас еще ожидает скоро открытие новой канатной дороги. Если сильно постараться, все можно. Экспертиза там сколько? Миллион леев? Если сильно постараться, можно и 15 миллионов. Спасибо, Стив. Спасибо за приглашение.